Дорогие мои, о чем я, собственно, сегодня? И вообще, о чем я всегда под разными масками лечения? И возможно, что кое-кто уже просек, что в одном и том же, только с разных сторон и разных точек зрения. А для тех, кто брезгует упражнять время от времени в интеллектуальном тренажерном зале свою основную мышцу, один совет. Улыбайтесь. Где бы вы ни были, и что бы вы ни делали, всегда улыбайтесь. Ведь, и возможно, вы не знали об этом, но всех и нас снимают скрытой камерой. И, возможно, вы подумали сейчас, что это одна из моих злобных метафор, и я в очередной раз пошутила, ляпнула, не подумав. И это ваше право. Но, может, кто-то из более наивных, и не таких тертых. Все же завращал головами, выискивая в пространстве вокруг себя эти коварные точки, в которых вмонтированы, как красиво заметил один из современных нам поэтов, всевидящие глаза Господа. Ведь у него, как он предположил, нет и не может быть глаз. Но и, возможно, вы в первый раз слышите об этом. Есть миллионы безостановочно работающих, самонаводящихся видеокамер. И, конечно же, рано или поздно придет срок, и нам весь этот снятый шит покажут. И, как говорится, в широкоформатном режиме, и более того, за несколько секунд экранного времени. И если в следующий раз у вас возникнет непреодолимое желание взять, например, то, что плохо лежит, и совсем не маме положенное, или ударить беззащитного старика. Ну так, ради удовольствия, улыбайтесь. А вдруг вас действительно снимают скрыт до поры до времени камерой? В следующий раз, когда кое-кто из вас будет творить свои жалкие мерзости, улыбайтесь. Ведь даже хорошая мина поднимает ваш рейтинг в глазах небесной общественности. И хотя всем уверен до поры до времени, что тайна никогда не станет явным, и ссоры из дома никто не вынесет, все же есть смысл улыбнуться, согласитесь? Ну вот так, на всякий случай, ведь чем черт не шутит, может у Бога действительно нет глаз, и только бесчетное число видеокамер, и на каждого из нас, как говорится, хватит. И что рано или поздно всем нам, как и слепо-глухонемому Томми, придется пройти через это чертово зеркало на ту сторону и увидеть, наконец, всю эту чудовищную взаимосвязь жизни и осознать, что вся агрессия, выброшенная в мир, никуда не исчезает. Рано или поздно всем нам придется взорваться на тысячи осколков от чудовищного сострадания и захлебнуться в океане слез, и схлестать себя в кровь, раскатать танком по асфальту от ужасного потрясения, что ничего уже изменить нельзя, что жизнь уже прожита и фильм снят. И независимо от того, верим мы или не верим, весь этот бывший разыгранный пафосно-тенденциозный бред, лучший выход из положения, дамы, господа, улыбайтесь же вы. Ведь, возможно, вас все же снимают скрыто до поры до времени камерой.